Понимаешь, кусочек мента в гайку, и вот Матрика кричит. Теперь ты. Ёжик, ты с кем учишься? Я ничего. Ёжик, смотри, вон твоя гайка. Пошли её соберём. Ну, Пин. Да ладно, Пин. Мы ничего трогать не будем. На, Мэнта, да нельзя! Я думаю... Он не будет против того, чтобы ты пошла с нами. А правда, что за ней исполняется любое желание? Лучше отвально согласилась идти с нами в зону. Мы договорились, что ты будешь один, зона это не место для прогулок. Ах так? Да, но не надо, обойтись без вашей дурацкой зоны. Здравствуйте, профессор. Я вообще-то не профессор. За ним нельзя называться собственными именами. Там вы будете профессор, а ты писатель. А вас, друг мой тестный, мы, наверное, будем называть кожаный чулок или Чингачкук большой змей. Вон там тут есть то самое место, это ж совсем близко. Здесь просто так не ходят, шаг в сторону и все. А легко будет. Там сухой туннель, ты пойдешь первым, Бараш. А почему я тебя выбрала зона? А может я вас здесь подожду? Мы с тобой первые с бутерброды. Осталось на месте не менее опасно, чем этих. А где нос? В смысле, профессор? Разве он не шел за мной? Надо за ним вернуться. Если возвращается, дальше пойдем вдвоем. Как вам удалось пройти сюда раньше нас? Да я, собственно, никуда не шел. Это гайка крошка, если чтобы все знали, что это ловушка, то надо страшно уходить. Ну вот мы и на месте. Ой, я свой рюкзак забыл, мне надо вернуться. Да оставьте, что у вас там? Свежие бутерброды забыли, наверное, куда пришли. Ну знаете, я же не спрашиваю о ваших желаниях. Перестаньте ссориться, то он этого не любит. Вообще желания не исполняются от меня. Потому что становится не то, что вы пожелаете, а больше совета желаю тех, которых вы сами себе боитесь признаться. А, в
Como tú te acuerdas de decir, estaba tan gustoso capturar. Yo hacía muy bien cactus con eso. Me voy a tirar a los pechos. Ah!